Мы через печень сделали со стойками. Thank you.
сейчас ему второе шею разбил. Как и дядьки помогают, там у него в зале. По чуть-чуть. Юка. Yeah.
давали вам за первое место, что давали? Они по самому росту 60. 62-й, а плюс 60. Да, работаю. А банти ездил? Нет, банти. А, да. Ключу. Еще занял. Только в своем весе. Я работаю, но я тренирую так, на время, да, чуть-чуть. Да, я за 2 месяца набрал 4 килограмма. И сейчас, короче, болел, на самом деле. Короче, я глох на канал. Как, у меня был сильный грипп, знаешь? Как, и температура сильная. Вот из этого кручу, потому что короче, лопнуло. Это, блядь, перепонка лопнула. Да. И вот я пока болел, нахуй, сбросил. До 72. За 2 дня 5 год. Отъелся, смотришь. Такой живот, да. Потому что беременный. Надо для заниматься. Да, наверное. Попа пухает. Угу. Саша 88-го, да, года? Я думал, что шел с Федором 88-го. Сейчас 12 на класс. Он у меня и там. Только половина дома. Да, обоим. Thank you.
Там Юка была, это загнулся, по-моему. Тоже моя, этого терпеть не надо. Как я убили от Бока, да. А этого, что выиграл у Сереги? Сереги, его я вообще нахуй не вижу. С кем вы шел в финале? Сейчас скажу, блин, я забыл. С интернатом мне лучше тоже поставить. Евген Толич? А ты вышел в финал левого? Так это сейчас было за третье, да? Будто Сережа выиграл, да?
у него было три сына, еще дали ему Да, там сейчас. Честно. Да, se pregătește 6 kg.
Sou brother. Книгу купили? А? Книгу купили себе? Автор монолога для коллекции нужно. Ну, дадите просмотреть. Законы есть, что истории. А какие законы? Еще раз поставьте доту. Думаю, Григорь расписался. То ли сильнее точно. Юка. Да. Да что мама? Мама сказала уже? Мама сказала, ты не слушаешь даже. А? Я говорю, дядя, не слышишь? Как я тебе говорю, иди и сделай это с папой. Знаешь, что надо, чтобы взяла часто на обед? Да? Мы можем поехать забрать. Можно. Ну, сто раз нужно было. Да. Конечно, мне его нужно сделать в течение недели, наверное. Чем быстрее я пошлю, тем лучше будет. Thank you.
Баня? Да. Это на телецентре? Нет, в центре. Не, не знаю. Чермонскую знаешь? Нет. Ну, я старые эти улицы не очень знаю. Армянская? А, да, вроде бы. Армянская? Да, да. Катанская, не в армянской? Да, вроде знаю. Подожди, я поехал. Ну, баня центральная. Конечно, от второго автобуса. Ну, возле этой, конечно, бар зеленый. В этом баре работает 5 минут бар. Сестра, ну, как его Малкевич, конечно. Что, мало товарищей, что ли? Позвони, говорит. На их книгу, время, у него, типа? Thank you.
все. Шибасю его занимать? Да. Какие топор? В интернате сейчас все уже? Ой, в этом, в клубе уже все? А старшие братья? Да, браги старшие. Самый старший? Ну, Андрей старше, а Саша младше. Средний. Средний Саша. Старше, и вот Вася младше. Старше, Вася? Ремаренко в финале тоже. На японце это пок-пок-пок. Да-да, вон он стоит. Сейчас зашили. Сейчас зашили. Да, да.
Отец слева, не сказали? Нет. А, все. Можно. Ничего нет? Это как вольники просто. Кому?
5 секунд еще там. Pauză pe sada. La siguiente. Пока па. Заснял я, заснял. Я и тоже.
Неплохо. Thank you.
Боя на Александру Кишмяну. Туркинка. Денис был.
Сейчас за скому то щиты все. Я сказал, сейчас я с ними там пару раз спорхнусь. Сейчас. Есть фотографировать? Да не хочу.